Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что, давай посмотрим. Так, по ежедневкам. О, забрать. Так, мутаген. Какой мутаген? Ё-моё, это ДНК. Мутаген, я в черепашек переиграл, походу. Так, замечательно. Здесь забираем награду. Используйте ускорение, совершите сделку. Давай сделку совершим. Надо только посмотреть, что у нас тут предлагает. Лептоклейда поменять на ДНК. Суперредки нет, я не хочу. Я вообще лучше сделаю вот так вот. Обменяю коритозавра на очки доверий. Обменять. 76 очков доверий. Не очень много, конечно, но зато мы сделали это задание. Так, использовать ускорение, собрать 3 моды. И нам нужно будет еще покормить динозавров на 25 тысяч еды. Так, давай-ка мы, наверное, за деньги начнем. Так, обычный мод. Смотрим, что нам здесь выпадает. Общая слабость. Допустим. Следующий давай. Эхо, не прыгай. Давай быстренько мне какой-нибудь мод. А лучше бы пак. Это идет отвлечение. Снижает показатель атаки. Блин, я же хотел, ладно. Хотел взять редкий, но что-то задумался и нажал на обычный мод. Но опять же, снижает показатель атаки всех вражеских существ на 10%. Забираем здесь награду. Потратите еду. Так, если я не ошибаюсь, это у нас есть птеранодон, да? И не только птеранодон, по-моему, и диплодух, или как его там величать. Сейчас, подожди секундочку. Травоядные. Переходим. Да, анкилодок. Вполне, ребята, тоже может прокачаться до 30 уровня. Замечательно. Замечательно. Значит так, использовать 3 ускорения. Вот это вот я вряд ли, конечно, смогу сейчас сделать. Хотя можно попытаться. Денег у нас 267 бакинских. И если я, например, даже вот здесь. Сколько? 10 долларов, блин. Ну ладно, давай сделаем это по-быренькому. Что же я могу предложить еще в этом случае? Так, следующий давай. Так, здесь, ну, 13, это получается 36 долларов мы потратим на все про все. Так, и последний. Да, тут уже 14 бакинских пришлось потратить. Диплокаус. Ага, у нас он еще, оказывается. Ну, давай сюда его влепим. Ну что, выполнили мы это задание. Получается, нам нужно сразиться в канозойку плюс ПВП-сражение. А теперь глянем, что у нас по ежедневкам. Сдвиг ледников. Поехали. Сдвиг ледников. Арктодус. Эндрютерий. Это что за еще такой за эндрютерий? И саркастодон. Хм. Ну, если я, допустим, сделаю вот так. Против эндрютерия мы возьмем. Слушай, он мощный чувак. Он очень мощный. Я даже не знаю. Ну давай возьмем вот так вот. Уртинотериума. И против саркастодона надо брать. Блин, ну неужели опять. Давай возьму мамонта. Попробуем. Нам всего лишь нужно здесь, ну, продержаться 3 поединка, как ты понял. Долларов вроде бы хватает, если что, придется делать откаты. Так, игра, только не говори, что ты зависла. Такое может быть. Крутится, крутится, а игра не загружается. Так, ну что, медвежонок, да? Балу. Поехали. Так.
пожиячил, получил. Сейчас, наверное, будет меняться, скорее всего. Так, Эндрю Терри. Давай посмотрим. Ну, он сейчас 100% возьмет кого-то из ледяных. Опа. Совсем нет. Раз-два. Раз-два. Так, вырубаем Эндрю Террия. Арктодус не явился, не запылился. Делает две атаки. А вот это, кстати, зря. Вызываем тяжелую артиллерию. Раз, два. Три. Раз, два. Так, и остается Саркастодон. Что вот он будет делать? Он идет в контрнаступление, ребята. Ну, естественно, Эрматери сейчас его... Он его уничтожит. Он его просто сотрет в порошок. Ну что, я поздравляю нас с первой победой. Двигаемся дальше. По-моему, мы заодно и сделали сразу же задание в Каназуйской эре. Да? Плюс ПВПшка. Как бы отыгралась. Так, ну что, давай смотреть следующее. Кто у нас тут? Фараракас, Энталаракас и Мегистокурус. Значит, блин. Блин, 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 горелый. Получается, и еще нужно будет взять. Ну-ка, мамон, сколько стоит? $47, в принципе, не так уж много. Берем его. А вот против Мегистокуруса нам понадобится... Блин, ну неужели Гасторниса надо брать, а? Ладно, возьмем Гасторниса. Эх, надеюсь, не зря. Надеюсь, мы сможем здесь победить. Ну что, я предлагаю сразу с атаки начать. Он сейчас поменяется, скорее всего. Ты смотри, не стал меняться. Ладно. Так, Энталаракас. 128 к атаке идет у него. Вот он как делает. Ладно. А если я пропишу ему две атаки? Хм. Я думал, что мы две атаки пропишем, потому что он возьмет защиту. Но он этого не сделал. 4 очка действий. Одно потратит. Так, мне теперь придется выкладываться на нашего мамонта по полной программе. Вот сколько он будет сливать? Давай посмотрим. 5. Ну что я тебе могу сказать, что победа здесь за нами. Он 5 очков потратил, у него осталось всего 2 в запасе, а у нас 8. То есть 6. 6 пролетает прям в лицо ему. Хм. На. Отлично. Так, переходим на последний поединок. Смотрим, кто у нас тут выпадет, кого нам дадут. Глиптодон, Энталаракас и Архифцион. Значит, нам надо, по идее, брать вот этого парнишку. На волю брать. Так, погоди секунду. Ну да. А против этого... Блин. Пануктус вообще, ребят, здесь как бы не при делах. Но я возьму, наверное, вот так сделаю. Раз. Раз, два. И, наверное, возьмем... Кого тут лучше взять-то? Гасторниса или... Давай Келлинкина. Попробуем через Келлинкина сыграть. Здесь сразу же берем дополнительные очки. Две атаки. То есть он сливает все целенаправленно. Ладно.
вырубили. Ну, тут классовое преимущество, понятное дело. Мы тогда тоже кое-что сделаем. Я сейчас поменяюсь. Я возьму Келлинкина. Так, я взял Келлинкина и поехали. Угу. Уничтожили. Ну что, а вот и архивцион. Что он тут сделает? Подбил. Ну, в принципе, тогда и все. Уничтожаем мы архивциона, и побед за нами. Забираем с тобой награду. Мегистотель. Так, ДНК. 100 бакинских. И сам мегистотерий. Плюс 325 очков доверия. Слушай, ну, неплохая награда. Очень даже круто. Так, дальше у нас что идет? Только для обычных. Это у нас... Ага, я вспомнил. Слушай, ну это халява на самом деле. Поэтому давай попробуем сыграть через аргентинозавра. Ну, такие поединки, ребята, где кто мудрее сделает, тот будет прав. Так, 13, 13, 26. Тут, наверное, 4 атаки нельзя пропускать. Как минимум 4. Проверим. Так, будет бомбить или нет? Смотри-ка, он не стал ничего делать. Раз, два. Раз, два, три. 5. Слушай, я, наверное, буду атаковать. Я буду атаковать. Дай ему крышка. Замечательно, это первый поединок из 5. 5 же, по-моему, вроде бы, да? Да, именно 5 поединков нам нужно здесь отвоевать, так скажем. Дилофазавр. Тут нельзя пропустить 3 атаки. 3 атаки — это уже будет смертельно. Смотри, что делает. Это плохо для меня, ребят. Это плохо. Рискую. Угу. Все, доигрался кузнечик. Уничтожаем. Вот так вот. Вторая халявная победа. Ну, вообще, даже, ребят, без сомнений. Думаю, победишь, не победишь. В легкую. Так, давай сразу еще кого-нибудь найдем полегче. Ну, вот, например, Метриоринг. Будет очень сложно, потому что здесь нельзя получить... Ну, опять же, три урона нельзя получить, ребят. Он сразу будет атаковать, да? Опа. Опачки. Ну-ка, проверим. Ага, взял защиту. 2 атаки. Все, ребята, ему кранты. Он раскрылся. Не шипи там. Иди лучше он спать ложись. Так, это третий поединок в нашу пользу идет. И погнали дальше. Четвертый, предпоследний. Так, выберем. Давай вот шунозавра возьмем. Опять же, 3 атаки будут смертельно. Почему-то я так и думал, что он не будет ходить. Отжук, поймал меня. Все, ребят, по-моему, сейчас сфеймся. Он сделает 4 атаки. А, нет. Слушай, тогда он сфейлился. Ты уж извини, бро. Ничего личного.
Если бы он хотя бы на одну атаку больше бы сделал, конечно, мы бы проиграли. Но он это просчитал. Так, и последний у нас поединок. Так, а чё? Ну, давай возьмем Карнораптора. Это, получается, да, третья атака будет смертельная. Хм, я почему-то не удивлен, что он все-таки решил бомбануть. Раз, два. Опасно, опасно, играем с огнем, ребята. Все, крышка нам. Я думал, что он все-таки сделает одну атаку. Но ты представь, если бы я взял бы одну защиту. Надо было мне брать одну защиту, наверное. Так было бы правильно. Ладно, ничего страшного, еще есть кем воевать у нас. Давай еще разок попробуем сыграть на Карнорапторе. Так. Сейчас глянем. Ну вот и все. Вот и все. Он потратил две атаки, а мне нужно три атаки нанести. Я думал, будет всегда одинаково, но нет, ребята, меняется. Меняется тактика. Ну что, колесо призов. Давай посмотрим, сколько нам тут дадут ДНК. 120. Маловато, конечно. Маловато. Так, главное, это когда начнется у нас? Через 16 часов. Троадон. Да. Это надо быть в доминаторах, чтобы получить этого чувачка. Так, отправляем тут Оуэна. Здесь забираем награду. Ну и надо нам сразиться в 3 PvP-сражениях. Так, мне кто-то сказал, чтобы я Диплотатора перевел в гибрид. А сколько нам нужно? 1500, ребята. 1500, а у меня 980. То есть пока не могу. Не готов, как ты видишь. А так, обязательно переведем. Как только накопим ДНК, обязательно его переведем. Он даже улыбнулся, ты видел? Диплотатор улыбнулся, когда я это сказал, что мы его переведем. Ну что, а в данный момент мы пойдем с тобой на ПВП. Слушай, давай, наверное, вот здесь вот сыграем. Раз, два, три. И возьмем, блин, возьмем моды. Ну, какие можно взять? Ну, например, которых у нас очень много. Да? Которых у нас очень много. Это, например... А что такое альфа? Увеличит показатель атаки на соточку. Угу. Снижает запас ОЗ. А слабость? До конца боя уменьшает ОЗ вражеского существа. А отвлечение? А закалка? Давай так сделаем и... Вот так. Ой, зря я, наверное, так делаю. Но, ребят, не выиграем, так не выиграем. Нам главное сыграть ПВП сражение. Кейва-кея. Блин. Ай-яй-яй-яй, мы не попадаем. Мы не... Блин, преимущество классовое. Ты прикинь. Вот это да, вот это неудачно. Так, а он мне наоборот понижает слабость, делает. Угу. То есть мне надо будет сейчас взять против Кивики и Генобуса. О, это будет жесть. Так. Будет меняться, интересно, или нет? Меняется, конечно. И атакует. Так, выходи. Давай возьмем с тобой вот так вот.
Мне интересно знать, что он будет делать. Побежит меняться? Он побежал меняться, ребят. Окей, как скажешь. Давай. Ой, кого ты взял? Ай-яй-яй-яй-яй, кого ты взял, а? Ладно, проверим. Я хотел взять... Ну, ты понял, да? Такой легкий шлепок сделал. Ну, что мы тут можем сделать? Ну, давай раз, два, три, четыре. Раз-раз. Вот так вот сделаем. Да, здесь мы вырубили. Но вот этот вот геолосмозавр... Сколько он потратит? Три? Четыре. Четыре потратил, одно у него осталось. Одну очку действий, да? Раз, два, три, четыре. Но нам только так остается делать. И Кейвике. 5 очков действий. Блин, у нас классовая слабость идет против него. Ё-моё. 1625, а у нас сколько там? Ну и как ты мне вот прикажешь его бомбить? Не-не-не, это бесполезно, ребят. Оу, да ладно. Фига себе, я, честно говоря, думал, что мы проиграем. Ну, это круто. Это круто, что мы выиграли. Так, давай-ка посмотрим. Усиленные элитные подарки. Скалозавр, 50 ДНК. Так, ну что, давай еще разочек попробуем. Возьмем так, так и вот так. Блин, кого тут, что тут лучше взять-то? Давай, наверное, возьмем исцеление. Пронзающий укус и прочная кожа. Сейчас тут 100%, я говорю, таких бизонов против меня выставят. Гибриды, как всегда, пойдут, да? Ага. И как всегда мы попадаем с тобой, блин, под раздачу. Классовое преимущество. И он еще и первым ходит, да? Замечательно просто. Просто замечательно. Ну что, меняемся? Что ты будешь делать? Задумался. Так, он меняется. Лесихтодон. Путы. Упс, ребят, я не смогу теперь поменяться, прикинь. Ладно. Ну давай там, не кряхти. Сколько у нас там? 40%, да? Защиты. Да, это жестко. Оп, восстановили с тобой здоровье. Давай, давай. Сделать так, вот так. Сейчас будет атаковать, наверное. Нет, смотри, ничего не делает он. Слушай, я его, наверное, попробую уничтожить. Получится, нет? Как думаешь? Так, берем разгон. Есть. В труху.
А тут у нас классовое преимущество. Ну, конечно, он если сольет, сколько там ему нужно слить? 4. Так, теперь главное рассчитать. Теперь главное рассчитать. У нас... Угу. Блин. Что же сделать-то нам тогда? Раз. Два, три. Раз, два, три. Ну, придется так сделать. Уже тайм, интересно, или нет? Ух, не вышло. А, друзья, это плохо. Нам кранты. Здесь я проиграл по полной программе. Да. Даже хил нам не поможет, потому что, ну, сам видишь. Что я тут сделаю? Раз. Два, три. Не-не-не-не-не, это бесполезняк. И даже не добил. Ну, он сейчас все будет сливать. Че ему тратить, теряться-то? Ну, друзья мои, я попытался, я постарался. Я говорю, когда вот играешь топовыми, там, драконами, млекопитающими, драконами, блин, динозаврами, млекопитающими, да, рептилиями, птерозаврами, у тебя всегда получается. Как только берешь какой-то второй сорт, уже все, ребят, уже, ну, не канает. Ладно, нам нужно еще одну ПВП-ху. Давай я возьму, наверное, вот эту вот. Так, пронзающий укус. Возьмем альфа и бодрость. То есть выбрал всех топовых, да, получается? Сейчас посмотрим, кто против нас пойдет. Они что, специально, что ли, подгоняют так, а? Скажи-ка мне на милость. Ну что, придется брать мне Раджаси. Блин, клон. Смотри, что делает? Клонирует. Давай, выходи. Посмотрим. Но меняй, сразу пошел меняться, да? Сразу же побежал меняться. Блин, как вот тут сделать? Давай вот так вот. Будет атаковать, интересно, или нет? Не стал. Тернадуша, выходи. Тут надо разобраться кое с кем. Попробуем вломить ему. Готов, птенчик. Ну, конечно, сейчас птернадона мне завалят. Это понятное дело. Но у нас будет Раджастега. У нас будет Раджастега. Ну давай, 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 не нервируй меня там. Окей. Подбил. Подбил. Так, мы меняем сюда. Проверяем. О, взял 3 защиты. Ничего себе. И по итогу чего? По итогу он не стал даже ходить.
Проверим. По-моему, не крышка. На. Такс. Ладно, посмотрим, что это сейчас будет чудить. Естественно, он все очки действия на него перекинул. Оставшиеся 6. Сейчас мы посмотрим, что он тут чуданет. Угу. По-моему, ребята, Раджастега сейчас его просто разорвет. Что там планирует? Здоровье меньше стало. Так, погнали. Вот и все, дочерикался. Раджастега, с ним не шути, ё-моё. Правильно, молодец. Ну что, забираем свои награды. А, крутанем вначале. Усиленные элитные подарки. Прям элитные. Ты смотри-ка мне, деплотатор выпал. Шикарно. Забираем награды. ДНК, ДНК, 40 долларов и хавчик. Скоро будет чистое золото у нас. Так, ну что, друзья мои, заданий больше на сегодня у нас нету. Будет дальше эволюционная борьба. Также у нас защита территории. Боссы всемирных событий. Это кто такой? Это носорог какой-то. Статуя бегемота 93. Такой статуи у меня еще, кстати, нету. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.